Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать набор упражнений, дополнительных упражнений к мастер-классу Александра Филипповича Ведерникова. Я в своей практике столкнулся и с начинающими, и не с начинающими учениками, что не всегда основные упражнения, напомню, какие это вот. Или так, или еще упражнение. Вот я говорю мимо мамому. Вот я говорю мимо мамому. Вот я говорю мимо мамому. Потом упражнение, вот это, которое я подробно разбирал в одном из выпусков. Потом упражнение потом потом Основные упражнения, которые даны Александром Филипповичем в мастер-классе, и я столкнулся с тем, что многим трудно сразу вот их, именно эти упражнения, освоить. И придумал в процессе уже работы с учениками, пришлось придумывать упражнения новые упражнения. Кое-какие еще при жизни Александра Филипповича были, да большинство были еще при жизни мной, и с ним согласованы упражнения эти. Вот, это все то же самое, только попроще и сконцентрировано на вот именно том элементе, который не получается. Ну вот, допустим, да, мы все пять гласных должны расположить, где стесняем. Все они должны прозвучать одинаково, все должны быть встроены в у. Столкнулся я с тем, что людям трудно на всей фразе контролировать в таком темпе все пять гласных, и они выпадают. Должно быть. Вот такое упражнение можно попробовать, допустим. Естественно, сначала найдя точную У в восьмом своем видео, в восьмой части, я подробно описываю, как мы находим точную У. Вот мы ее нашли, чувствуем, что мы на ноте поем точно такую же У, как и разговорная. И тогда от нее плясать мы можем и петь, допустим, вот так. Не все пять гласных, три только, но из них вот широкая гласная, если мы ее попали точно в эту уже все остальные
широкие гласные А и О легче встроить. Вот. Можно начинать наоборот с И. Как удобней кому. И это наша еще одна основополагающая гласная. Она нам очень важна. У меня есть отдельное упражнение на И. Часто вот я вижу, когда у человека распялена гортань, и не помогает вот тоже там. Или вот я говорю, вот упражнение на собирание гортани и на стеснение не помогает. Я беру и просто на И. Очень важно, чтобы И была свободная и простая. Никакая не узкая Е. Никакой улыбки тут не надо. Ничего, просто вот И. И. В жизни мы говорим И. Слышите, какая гласная. Я где-то, наверное, уже об этом говорил, но повторюсь. Повторюсь. Это очень важная гласная. Она, видите, глубокая и очень собранная. И. Опять же, в жизни мы говорим и. Иди сюда, иди. И. Очень глубоко, в легких она сидит. И, что очень важно, она не требует, в отличие от всех остальных гласных, никакой артикуляции. И. Понимаете? Все остальные требуют. У. Губы мы вытягиваем. О. В итальянском вообще О. Также губы должны быть вытянуты, как на У. У. О. Корпо. Дио. О. Мио. Вот. А. Естественно, артикуляция. То есть что-то мы тут ртом делаем все время. И. Ничего не делаем. И. Только там. Это очень важно. Очень важное гласное для того, чтобы находить дикцию. Дикцию вот эту вот глубокую. На воздухе. И. А вот здесь, где И говорю. Ну и, конечно, самое важное, это то, что И собирает нам гортань. Точное И. Потом уже в более глухой по ощущениям У. Вот я ухаю. Глухая У. И. У. Может мне И помочь, и собранную У делать. У кого как. По-разному все время. Не то, что я даже придумываю упражнения для упражнения вот какие-то стационарные. Каждому ученику приходится придумывать чуть ли не на каждом уроке новые упражнения, чтобы вот в данный момент ему помочь. Но... Это не страшно все, потому что принципы одни. Просто смотришь, как легче. Как легче. Итак, продолжим. Вот. Очень важно делать это с дыханием. Не на одном дыхании, а каждый раз брать дыхание. Чтобы что тренировать? Чтобы тренировать все вместе одновременно, как мы вдыхаем, стесняем и посылаем. То есть часто я слышу, очень часто, вот я здесь не взял дыхание,
чтобы позицию не потерять. Опа! И это распространенное мнение, что даже часто бывает, вот ты здесь пока не бери дыхание, чтобы позицию не потерять, потом, а потом уже будешь брать. Как это мы, беря дыхание, теряем позицию? Мы, у нас позиция в одном месте, где мы дышим, там у нас и позиция. Мы там говорим, мы там стесняем, вернее стесняем, и там же говорим, где стесняем. Вообще, еще раз повторю. Желательно добиться того, чтобы не думать о вдохе, думать о стеснении. Вот я начинаю со стеснений. В момент стеснения я беру достаточное количество воздуха, не излишне. Альца ти, ла туо фильо, а те кончедо риведер. Слышите? Иногда это проявляется, это слышно, особенно у теноров на верхах. Вот это стеснение слышно. И в этот момент идет небольшой вдох. Небольшой. Перебирать очень опасно. Это я уже говорил неоднократно. Итак, с дыханием, с дыханием. Гу, гу, гэ, ги. Очень важно обратить внимание, чтобы была, да, договоренная здесь в глубине. Но чтобы здесь она была сфокусирована в У, то есть как бы такая, как конусообразная. То есть... Так, этим упражнением мы можем подготовить себя уже к выполнению упражнений, встраиванию всех пяти гласных. Как мы можем себя подготовить к упражнению? Важнейшему упражнению, которое дает нам опору. Я его подробно не помню, в пятом, что ли, выпуске разбираю это упражнение, что там для чего. Сейчас я не буду уже отвлекаться на это. Напомню только, что это упражнение для того, чтобы найти нижнее положение и, всем, и в нем всегда петь. Очень важно вот это, вот это вот движение. Не получается у людей. Не получается, делаем тогда так. Естественно, это ничего тут такого мудреного. Хи, 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 ху, ху, ху. Тоже с дыханием, с дыханием. Вообще не стремитесь вы к этим километровым фразам на одном дыхании. Хи, 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 ху, ху. Единственное упражнение, которое я рекомендую на одном дыхании, и оно важно, чтобы оно было спето на одном дыхании, это вот это упражнение, тоже с таким же приемом. Что оно дает? Почему важно на одном дыхании? Я, видите, как бы выплюнул часть воздуха в самом начале, и очень сильное стеснение у меня возникло. И вот в этом стеснении я допиваю всю остальную фразу. Если мне хватает дыхания на всю эту фразу, значит, я не на голосе. Значит, я только воздухом разговариваю. Стоит мне чуть добавить, там... Мне не хватит просто. А очень, и очень это важное тоже упражнение, но это сейчас как дополнение. Вот, значит, как мы готовимся к упражнению? Мы к нему готовимся
просто уменьшив количество нот в этой гамме. И беря перед каждой опять же дыхай. Потому что тут не важно на одном дыхании, тут важно вот это движение. Стеснение, удар по гортани, взрыв вот этой воздушной бомбы и рождение звука как бы вот из пустоты, из ничего, помимо связи. Вот это вот еще одно, второе дополнительное упражнение. Значит, еще упражнение вот... На чем тут сыпется? Тоже не успевает проконтролировать точность у и начинает ее искажать эту у. Тогда мы делаем вот так. Следим отдельно за тем, что точно мы попадаем в эту У. Потом это натренировав, уже можно вернуться опять. Вот. Здесь бывает еще приходится кое-какое дополнительное упражнение делать, потому что выпадает Э. Всегда. У всех. В начале все поют. У всех в голове Э, вот как передняя такая. Э. Отрывают ее от груди. Не сталкивались, видимо, никогда в жизни с какими-то такими экстренными ситуациями на улице, где требуется ты чё? Вот она, нам какая нужна. Чуть мы ее закругляем здесь, в коробочке. И вот полноценная, глубокая, грудная и головная одновременно а не не плоская. И мы ее, конечно, в этом упражнении не встраиваем в У поначалу. Вот такое происходит. Я, может, не точно показываю, как все-таки трудно неправильно показать. Вот. И поэтому приходится тоже останавливаться и... Прямо вот так. И обратите уже внимание на то, что, во-первых, мы идем не вверх, а вниз. Мы должны физически ощутить, что вторая нота ниже первой. Ниже. Она в нижнем положении остается. Она там же, где была первая. И чтобы она была там же, где первая, надо вообще мозгами думать, что мы пошли ниже. Реально пошли ниже. И даже физически постараться это ощутить. Что мы вот сказали и. А потом под этой и. То есть нижняя точка наша, это не пятка. Это не... Ступня, на которой стоят гласные.
нижняя точка, которую вот мы находим в первой какой-то ноте, допустим, вот мы первый звук издаем на у. Или и. Чувствуем нижнюю точку. А остальные гласные, широкие особенно. Мы представляем под этой нижней точкой. То есть это нижняя точка у них на головах. Понимаете? Вот. Поэтому вот так мы делаем. Да? Тогда опять можем весь пассаж петь. Вот. Вот такое дополнение. Что еще у нас есть? У нас есть упражнение тусе и ту. Упражнение барра, да? Вот, это упражнение Александр Филиппович дополнил отметкой. То есть вот поется. Далее. Очень часто тоже бывает сложно его петь полностью. И мы тогда поем вот так. Обращаем больше внимания на гласную «э». И очень важно здесь, слышали такое «уй-уй» все время, вот это микролига такая. То есть не нужно «тусэй», «ту-ту». Я как бы перевожу «у» сначала, а потом уже говорю гласную. Под этой «у» говорю «э». Ooh, 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 ooh
Где-то надо было раньше мне закончить уже отмечаться. Сам Филипп что-то говорил. То есть где-то СМИ уже надо... Уже она стирается. Уже тут можно не отмечать. В смысле, посредине звука не отмечать. Вот. Вот в таком духе. И вот эту лигу... Она у нас должна быть... Везде потом присутствовать в пении, в нашем, внутри нас, вот это вот. То есть мы что-то поем и все время перетаскиваем одно в другое. Незаметно там. Замедлил сейчас. То есть такого переползания в итоге не должно быть. Все. Вот. В таком духе. Что-то я уже долго. Сегодня можно, конечно, еще дольше, но говорят, что формат должен не превышать 25 минут. Вот. Народ устает. Ну, я продолжу. Я продолжу. Так что пишите, делитесь этим видео с людьми, спрашивайте. Не стесняйтесь повторно спрашивать. Я часто теряюсь в этом вот потоке писем. В разных сетях социальных мне пишут. Кто на почту, кто ВКонтакте. Я часто теряю просто. Не забываю или что. Не стесняйтесь. Напоминайте мне свои вопросы. Я постараюсь ответить обязательно. Давайте. Побеждайте, товарищи, в этой битве с голосом. В битве, в очень сложной, непростой, но очень увлекательной битве с нашим противным, таким непослушным голосом.